продолжение разговора с доктором Джоем. На этом наша передача окончена. Текст доктора Добсона читал Евгений Вишник, а помогала ему я, Лариса Гребенщикова. Динамики явно не хватает этому приему. Ждем встречи в это же время, на этой же волне, ровно через неделю в передаче «Исцелительная в фокусе». Мы бы хотели, чтобы вы поделились с нами своим мнением и пожеланиями о только что прозвучавшей передаче из цикла «Фокусе семья». Нам можно писать на адрес нашего отдела писем в Санкт-Петербурге. Индекс 191-187. Абонентский ящик номер 47. Друзья, я прерываю эту программу, чтобы сообщить вам текущее расписание наших передач. Радиостанцию КНЛС «Новая жизнь» на русском языке, вещающую из Индийского океана, можно слушать два раза в день. Да, две большие разницы. Калькулятор и настоящий приемник, конечно же, отличаются. 31 метра. Из 19 до 20 часов по UTC на частоте 9810 кГц. Также в диапазоне 31 метра. Динамика кончилась. Китайцы задавили. Полностью. В диапазоне 31 метра. Тут как ни в чем не было. Из 19 до 20 часов по UTC на частоте 9810 кГц. Также в диапазоне 31 метра. Сюда можно подключать наружную антенну. Если а вот сюда не рекомендуется. Расписание наших передач, включающее время и частоты трансляции на китайском, арабском, английском и испанском языках, то пишите нам по любому из следующих двух адресов. Станция КНЛС, Anchor Point, Аляска, 99556 США или